это стопроцентное серебро. Вроде вот этот фотоаппарат стоит $100. Омега, обалдеть, посмотрите вообще. Бу надо меняться, друзья. Воскресная барахолочка, на часах 4 утра, 13 градусов тепла, уже пахнет весной. Поэтому погнали искать сокровища вместе. Все еще раскладываются. Блин, жалко, что я это не снял. Мужик едет, разговаривает по телефону, на велосипеде едет, разговаривает по телефону и курит сигарету. Просто разворачивается и падает пластом на этом велосипеде. Так, там уже кто-то раскладывается. Короче, смотрю, мужик раскладывается, у него одни инструменты. Думаю, ну не буду снимать, ничего интересного. А у него вот такие вот батареечки Duracell, которые еще годные до 30-го года, по одному лею. Чтобы вы понимали, такие батарейки я покупал по 10 евро. И я их взял 10 штук за 10 лей. 2 евро 10 штук. Неплохо. А тут что у нас интересного? Клавиатуры. Этот раз. Ничего такого. Телефоны, батареи. Хэдкаст? Я засчитался. А мы аж двини катрику подавать. А дыс каткост? Каткост буката. Я узмеяла, ты сиди урнели. Кари. Кост тотале. Тотале. Пати астя? Да. Чинзеч. Чинзеч. Да? Итак, друзья, купил 3 джойстика от 4-й плойки за 10 евро. Они все включаются, ну, заряжаются. Но с кнопками там прям беда конкретная. То есть один вроде полностью работает, а остальные там залипшие клавиши. Вот. Ну, на запчасти можно каждый минимум по 10 евро продать. Самое интересное это вот это. Похоже, что это бирюза и это стопроцентное серебро, потому что вот здесь вот написано стерлинг, скорее всего это Мексика,
А если это Мексика, то это, ну, $50 будет стоить. Вот такие дела. А я купил за 1 евро. Погнали дальше. Только начало пятого. Так, здесь сделал только карты. Они минимум по 20-ке продаются. Каткост? А? Каткост? Женщины. Чинч? Повтим? Чинч? Ну, вот это, я через день уже кинал. А что? Да, тотали. Asta 200, asta 200 și asta 200. Sunt noi, nu sunt vechi, nu știu ce. Înțeleg? 200, nu. Deci nu sunt originale. Așa nu sunt originale. Смотрите, вот такой вот ножик, бочка, правда лезвие стертое вообще в хлам, чугнутое, но можно было взять, если бы было бы в оригинале. Диск от кост? 20. Короче, взял у того мужика две зарядки под PSP и кабель зарядки обычный для телефона. С выходом microUSB, Type-C и под iPhone от Lightning. Конечно, слабенький, но меня просто забыл с собой взять, поэтому купил. За все заплатил 60 лей, конечно, очень дорого, 12 евро. Ну, такие зарядки, блин, когда надо, фиг найдешь. А у меня лежит PSP-шка как раз, которую надо будет зарядить. Так что так. Ну, они, в принципе, по 10 евро за штуку продаются. Что, друзья, ходим-бродим, драгоценности находим. Пока что-то тишина, еще приезжают, начинают только раскладываться на тучу. Ничего. Так, взял вот такой вот набор, фотоаппарат Canon Prima. В идеальном состоянии, можно сказать. Плюс Олимпус взял вот такую цифру и зарядку под батарейки, тоже Олимпус. Короче, все за 50 лей, за 10 евро. Надо разобраться, что сколько стоит,
Потому что я, честно говоря, вроде вот этот фотоаппарат стоит $100. Надо разобраться. Взял 5 пленок за 33 лея 90-го года, некоторые 83-го. Я не помню точно, почем они продаются, эти пленки просроченные, но знаю, что они ценятся, их покупают. Надо будет просто с ценой определиться. Так вот. Что тут? Ничего такого вроде, да? Погнали дальше. Взял себе еще зарядку за 40 лей, за 8 евро. Это уже нормальная вилка хоть, чтобы заряжать остальные. И был комплект. Пока ничего интересного. И ничего новенького. Смотрите, какой маленький механизм. Омега, обалдеть, посмотрите вообще. Прикольно. Каткост? А? Каткост? 300. Маку стопу мне унужмать, когда стопорга. Сам дом шиме чего на бане медак, то та я вот здесь шига, дом до сути, кыштик шо чели. Орче луклу за чели. А вы спрецу около, да? Уйте еще. Хочет за объектив 60 евро. Такие объективы максимум. Ну, блин, 50 за него тяжело получить на eBay. Так что где-то цена 40 ему. Хочет 60 здесь, на барахолке. Нормально вообще. Каткост? Каткост? Отсюда? Адрес? Ала 150.
Așa? Da, 19 milioane. Totale. Plus 100 ăsta. Și ăsta 150. Never lock 256. Dis 100. Вот 100. Ну и статаре. Да. 120. 120. 150 полик. 120. 200. No. 200. Look new, look new. Old but good. It's for collection. I know. It's working the same. You can call, you can make everything. I know have, I have 1000. You have that 1000, I will meet you later to give it to you. Okay. But what last price? Seven. It's okay. Okay. Короче, я забрал iPhone 3G, iPhone 4 и iPod. За сколько я забрал это? За 220, за 230 лей. Нет, с 220-230 лей, все. Короче, где-то $50. Это шикарно, потому что это $100, это $40, и это, не знаю, не стрелочь. Вот, а кореш забрал iPhone 12 за 1700. iPhone 12 Pro за 1700 лей. Все, друзья, скупились. Погнали. Смотреть находки и считать, сколько мы заработали. Ну что, друзья, вот такое вот количество покупок сегодня. Очень удачный день был, особенно в конце. И давайте начнем по порядку. Смотрите, взял вот такие вот часики ракета. Автоподзавод. Позолота. Такие будут стоить от 20 до $30. В среднем на них цены сейчас упали. Вот, раньше можно было их продать где-то минимум за 30-50. Сейчас уже, может, 20-ка будет стоить. Вот это, конечно, находка так находка. Мне прям везет на серебро, на что-то такое натуральное, там камни какие-то натуральные. Это бирюза. И это серебро. Здесь стоит клеймо, написано стерлинг, и какой-то вот узор, то ли какой-то цветок, или как крест, клякса какая-то, то есть непонятно. Это 100% серебро, скорее всего это Мексика. Честно, цену ему не знаю, пусть пока полежит, подумаю. За сколько его выставлять? Может, где-то найду, но большой камень. И выглядит оно прям интересно. Купил я его за доллар. Я решил проверить в интернете, сколько такое ожерелье может стоить. И я просто в шоке. Во-первых, в продаже стоит сейчас подобное за $700, но это намного больше. И я нашел точно такое же в проданных. Посмотрите, это Наваха. $157. Обалдеть. Вот это неожиданно и приятно. Вот такие находки бывают. Джойстики. Джойстики работают. Зарядил. Цена на них шикарная. 10 евро за 3 штуки. Некоторые работают идеально.
все кнопки на каком-то из этих. Да, вот здесь вот залипшая клавиша L1 пойдет на запчасти. И здесь вроде залипают джойстики вот эти. Но это все надо будет проверить, чтобы было более понятно, что с ними, чтобы писать в объявлении. Следующее. Карты с непристойными женщинами. Тоже купил их за доллар. Их цена минимум $30. Вот эти вот. Вот эта пленка. У меня их 5 штук. Вот это производство Румыния. 90-й год. Черно-белое. Давайте их... А, нет, не сможем их постричь. Она полностью запечатанная. Такие продаются где-то по $10 за штуку. Также есть вот такие. Тут уже мы можем посмотреть их. Здесь 81-й год, Германия, ГДР. Но самое интересное вот это. Потому что это вообще 68-й год, Германия. Представляете? Я видел, что их продают. Я видел, что их покупают, но ни разу не встречал и ни разу не покупал их. Очень интересный опыт будет посмотреть, как их покупают. Вообще, подержать в руках такие старинные вещи. 68-й год, обалдеть. 81-й год. Она полностью запечатана, полностью новая. Такие пленки покупают, дабы получить... Такой эффект старины, когда вы фотографируете, она половина засвеченная уже, знаете, когда она лежит. Вот. Давайте аккуратненько достанем, посмотрим. Вот так она выглядит. Теперь надо аккуратненько запаковать. Тут даже инструкция внутри есть, посмотрите. А ну давайте глянем, что тут у нас написано. Так сложно, интересно. Нестандартно. ГОСТ. Обалдеть. 1977 год. Да вы что? Прикольно. Очень необычно. И интересно. Да, друзья. Вот вам и машина времени. Зарядка Nintendo. Она рабочая. Я ее уже проверил. Наконец-то нормальная вилка. И можно будет заряжать мои Nintendo, которых у меня уже более 5 штук вроде. Играть, пока они продаются. Батареечки. 10 батареек купить по одному лею, это что-то невообразимое. Потому что я платил за такие батарейки по 5, по 10 евро. У меня одна еще лежит, но она уже почти разряжена. Поэтому одну я распакую. И остальные буду, скорее всего, вложить в комплект с фотоаппаратами, которые я продаю. Чтобы покупателям было это выгодно и приятно. Такой вот бонус. Фотоаппарат Canon Prima. Shot Date. Такой вот интересный экземпляр. Взял я его, данную зарядку Olympus и фотоаппарат Olympus. Вроде за 50 лей, да, за 10 евро. Данная зарядка продается $8-10. Поэтому этой зарядкой можно купить эту покупку. Этот фотоаппарат, он рабочий. Все полностью исправно. Единственное, необходимо заменить тут батарею, потому что батарейка здесь такая литионная, специфическая. Так, смотрите.
Вот такая вот батарейка. Kodak Photo Life. Она вообще до 2010 года. Но когда ее вставляешь, есть признаки жизни. Вот, явно, что батарейки прям не хватает, чтобы запустить его нормально. Поэтому буду искать батарею на него, либо продам как есть. Сейчас покажу цену. Вот недавно проданные, 15 декабря, $63. $63. $18. На запчасти это не он. Это не он. $69. $42 доставка. Офигеть. В США доставка просто какая-то сумасшедшая. Британия 23 нормально. Германия 15 нормально. А в США постоянно доставка $40, $50 они ставят. Я когда ставлю доставку, блин, $20, на меня уже начинают, типа, а почему такая дорогая доставка? Ну, блин, потому что по Европе. А если в США, то это еще дороже. Вон, 43 США, $35 проданных. Поэтому очень даже неплохо стоят они. Поищу на нее батарею, посмотрим. Взял себе вот такой провод. Самый обычный, недорогой. Пусть будет, потому что иногда надо дополнительные micro-USB, Type-C, этот Lightning. Зарядки. Тоже они по 10 евро стоят, где-то $10-12 для PSP. Тоже пусть будут. Буду заряжать PSP и также, которые буду покупать на проверку. И теперь самое интересное. Это вот эти вот, ну не все, но пару экземпляров тут интересных есть. iPhone 4 в идеальном состоянии. Полностью рабочий. Это прям, я не знаю, уже это раритет, можно сказать, в таком состоянии, чтобы он был не разбит экран, не разбито стекло заднее. Посмотрите, все в оригинале. Так, как оно? Вот так. Бац. Камера тут. Все работает, смотрите. Да вы шо? Смотрите, ультраширик, ё-моё, фокусировка, стабилизация, все четко. На 16 гигов. В коллекцию кому-то за $30-40. Такие цены на них в интернете. Очень даже неплохо. Все работает, все кнопочки. Здорово. Купил я его за 16 евро. Также вот такой вот экземпляр. Это у нас iPod 6-го поколения. Тоже тут поцарапано. В основном он прям в идеальном состоянии. Ничего не разбито. Все целое. А здесь уже вот так вот. Тут на 16 вроде гигов. Тоже все устройства без iCloud. А, тут на 32 гига. iPod Touch 6. Такие стоят от 50 до 100 евро. Я его купил за 20. И вот это вот первый раз попадается в таком состоянии iPhone 3G. Посмотрите, 8 гигов. Но это прям, вот это уже точно раритет. Тут, правда, немножко уже есть дефекты. То есть он не в идеальнейшем состоянии. Но на свой возраст, в 2008 году он вроде вышел. Такое сложно встретить. За такой экземпляр с коробкой он будет стоить $200. Просто в таком состоянии они продаются от 40. Так, тут вот так надо разблокировать. От 40
до 100 долларов. С комплектом уже выше 100 долларов. Слушаем. А? Как вам? А камера тут просто, смотрите. Стабилизация. Фокусировка есть здесь? Автофокус? Нет. Зум. Плавный зум, посмотрите. Ну, все работает. Самое главное. Все работает. iPod. Музыка, все дела. Жалко, что 8 гигов всего. Но состояние... Прелесть просто. Вот такие вот, друзья, находки сегодня. В следующий раз, надеюсь, будет еще больше, еще интересней и еще прибыльней. Так что с вас лайк, подписка, пишите ваше мнение в комментариях, какой из предметов вам понравился, какой бы вы хотели себе приобрести. Окунулись в прошлое, можно сказать. И до встречи в новом ролике, друзья.